Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Беларуси. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Беларуси, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство союзного государства.